Память о Великой Отечественной войне запечатлена в бесчисленном множестве произведений искусства. И это память о человеческих судьбах, которые могут быть связаны с искусством и с историей нашего города. Мария Петровна Максакова, знаменитая певица 20 века, чье имя дорого каждому астраханцу. В начале войны она, будучи солисткой Большого театра, приехала с маленькой дочкой на руках в родную Астрахань. Она решила организовать филиал Большого театра в родном городе. Собрала артистов, эвакуированных из Москвы, из Донецка и астраханских музыкантов. Решено было поставить оперу «Евгений Онегин», в которой когда-то на заре своей юности Маша Сидорова дебютировала в роли Ольги. Работа закипела. Перед создателями стояли неимоверные трудности. В тяжелое военное время найти инструменты, которых из всего оркестра было несколько скрипок и два фортепиано. Как-то создать декорации, которых не было. Костюмы сценические, которых тоже не было. Не было ничего. Но было страстное желание подарить людям высокую классическую музыку, приобщить их к искусству, которое в трудную минуту всегда поддерживает и облагораживает душу человека. И премьера состоялась в январе 1942 года. В переполненном зале прошла успешно опера «Евгений Онегин». С аншлагами идет этот спектакль и ныне в Астраханском государственном театре оперы и балета. Ты меня не любишь.
Матильон, со мной танцуешь ты? Нет, со мной, неправда, слово вы мне дали. Сдержу я слово, вот вам наказание за верность вашу. Ольга! Ни за что! После Евгения Онегина репертуар Астраханской оперы военного времени пополнился такими спектаклями, как «Пиковая дама», «Русалка», «Травиата», «Риголетто», «Фауст», «Тоска», «Паяц». Подготовка к этим спектаклям проходила в очень непростых условиях. Репетировать приходилось в самых разных местах. В Доме партийного просвещения, в Театре юного зрителя, в Драматическом театре. Тем не менее, астраханская публика полюбила ходить в оперу, и у нее появились свои любимцы. Среди них Дмитрий Федорович Тархов, московский певец, солист Всесоюзного радио. Этнос кудрявый, белыми ромашками, бьется знамя красное, плещет на ветру. Он был разносторонней личностью. Не только прекрасно пел, но и сочинял музыку, стихи, был переводчиком и замечательным педагогом. В Астрахань Тархов попал вместе с несколькими эвакуированными московскими артистами. Но поскольку в труппе все же не хватало высокопрофессиональных певцов, то Максаковой и Тархову приходилось осваивать несвойственный им репертуар. Так, в опере «Тоска» Мария Петровна, которая обладала замечательным меццо-сопрано, пела партию драматического сопрано, а Тархов представал перед зрителями то лирическим, то драматическим тенором. Благоухала ночь, дверь тихо отворилась. Слышал я шелест одежды, вот вошла она. Предлагаем вашему вниманию фрагмент из оперы «Тоска» в постановке Астраханского государственного театра оперы и балета. Thank you.
еще одна героиня нашего рассказа – астраханка Клара Денисова. В начале войны ей исполнилось 12 лет. Именно во время войны она начала посещать занятия вокального кружка в клубе «Речников». Участники клуба, участники кружка ходили по госпиталям, где давали концерты для раненых солдат. Они прибывали из истекающего кровью Сталинграда и калмыцких степей, где также шли ожесточенные бои. Своей музыкальностью, своим голосом Клара ярко выделялась среди сверстников. И в 1944 году 15-летняя юная девушка была записана на Астраханском радио. Она окончила музыкальный техникум в Саратове после войны, а затем поступила в Ленинградскую консерваторию, которую также окончила с красным дипломом. Во время учебы на Ленинградском телевидении решили записать спектакль «Евгений Онегин» в исполнении студентов оперной студии консерватории. В те далекие времена телевидение только делало первые шаги. Оно было чем-то вроде чуда. И к этому мероприятию в консерватории отнеслись очень трепетно. На роль Татьяны было 8 претенденток. Но выбрали лучшую – Клару Денисову. Мы не знаем наверняка, сохранилась ли эта уникальная архивная запись, но мы ею, к сожалению, не располагаем. И поэтому предлагаем вам послушать заключительный дуэт Татьяны и Евгения Онегина из оперы «Евгений Онегин» в постановке Астраханского государственного театра оперы и балета. Oh.
Без прошлого нет настоящего и будущего. И мы навсегда сохраним память о людях, причастных к развитию музыкальной культуры нашего города. Об артистах, которые в тяжелые военные годы дарили всем радость и свет надежды. Мария Максакова, Дмитрий Тархов и Клара Денисова, ныне живущая в Москве, навсегда останутся ориентирами для нас, продолжателей их дела.